А песня такая, там сюжет был в этом фильме, в конце очень прикольная такая съемка, я не знал, о чем писать. Там стрелку Васильевского острова, представляете, да? Там музей военно-морского флота. Напротив стрелки, через него стоит камера, значит, корреспондент, и спрашивает, я ни в коем случае не хочу унизить ленинградцев, но тогда были именно такие съемки, значит. Они подходят к человеку, говорят, простите, пожалуйста, а как попасть там в музей военно-морского флота? А он у людей за спиной получается, его видно, камера снимает, они такой ход сделал. Говорит, я не знаю, где-то там. Говорит, а вы ленинградец? Он говорит, да. Вот. Потом следующий спрашивает, где? Вот я не знаю, там где-то он прямо на этот музей показывает. Вот там где-то кунсткамера, а где музей военно-морского? Не, я не знаю. В Ленинградка, да. А потом останавливает человека, где музей? Да вот он, мы с сыном идем. В Ленинградец, нет, мы из Москвы, я сына привез. У меня такая гордость сразу, конечно. Но песня не об этом. Питер я очень люблю. Я в конце концов там дочка родила. Мы видим всегда, что у нас впереди. Прошлом подчас забывая, подняв паруса без оглядки летим туда, где конца нет и края. Все старые люди швыряют за борт, их манит и рвет яркий свет. Команда ушла и забыла тот порт, где брошен разбитый корвет. Штиль в нашей памяти все позабыто и брошено, как будто поставлен на якорь истории путь. Ушли корабли в запыленные книги, но, боже мой, нельзя забывать все святое, так и не позабудь. Какой-то матрос не открыл больше век с Меркурия или с Варяга, забытой фамилии многих из тех, кто шел под Андреевским флагом, а флаг перехлестнутый синим крестом спускать. Запрещал им честь, и хлещет пучина в открытый Кингстон, где-то последняя песня. Штиль в нашей памяти все позабыто и брошено, как будто поставлен на якорь истории путь. Ушли корабли, запыленные книги, но, боже мой, нельзя забывать все святое, так и не позабудь. Но люди в каютах плывут, кто скорей на юг от проблем и разборов, и разборов их сытая память из всех кораблей хранит только крейсер «Аврору». А время бежит и уносит часы, не сдаст даже самую малость, но спросит отца его маленький сын, а как это все начиналось? Штиль в нашей памяти все позабыто и брошено, как будто поставлен на якорь истории путь. Ушли корабли в запыленные книги, но, боже мой, нельзя забывать все святое, так и не позабудь. Не позабудь, не позабудь.